Вторая часть – это возможность установки камер видеонаблюдения и доступ к этим камерам через облачный сервис из любой точки, по сути, мира, там, где вы этого хотите. То есть, например, вы хотите смотреть, что происходит у вас в загородном доме, не вопрос, этот облачный сервис позволяет вам это сделать. Либо вы хотите получать картинку высокой четкости из вашей квартиры, чтобы посмотреть, ну, предположим, там, как себя ведет нянечка, которая следит за вашим ребенком. Соответственно, это тоже возможно, и вы это можете сделать из любой точки.